Белорусскому дедушке, рассказавшему о любви к помидорам со сметаной, дали 15 суток ареста. Вчера в сети появилось видео с извинениями от 65-летнего инженера Анатолия Шалковича. Белорусские силовики обвинили его в производстве протестной символики бело-красно-белых флагов, которые, по версии следствия, он забрасывал на деревья. Пенсионер объяснил это тем, что просто любит эти цвета. Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать на романтиках. У меня жена рыженькая, то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной, это тоже белое с красным. Сегодня стало известно, что его арестовали на 15 суток. По какой статье, не знают даже правозащитники. Сметану с помидорами сделал, получил 15 суток. Ты распространяешь протестную символику, а если еще, не дай бог, ты это сфотографировал и выложил в соцсеть, все, готовься, что за тобой могут прийти. Если бы раньше о чем-то подобном вам рассказали, вы, наверное, бы покрутили у виска и подумали, что ну бред какой-то несешь. Ну как, такого быть не может. Хочу пожелать белорусам стойкости, мужества. Вы обязательно все преодолеете. Еще никому не удавалось победить время, не удастся и этим двум товарищам.